Хей, гейс, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Fallen Kings. Я вернулся в Грязмут, чтобы пойти в кристальную пещеру, потому что туда никак не попасть с помощью... А где? Он там внизу? Птица? О. А это когда я ему ключ дал, да, кажется? Что ж, еще один вступил в наши ряды. У меня есть для тебя подарок, воин. Мне как торговцу очень сложно отдавать его за так. Но я являюсь еще и великим мудрецом гвоздей. И посему должен вознаградить тебя за твое мастерство. Ты владел техниками моих оставшихся учеников. Согласно нашим традициям теперь и ты можешь носить амулет мастера. Мама. Носи его с гордостью, мастер гвоздя. Ты будешь последним, кому он достанется... По традиции. Так он их изучил? Он Вау. Вау. Орел мастера гвоздя. Хранит в себе страсть мастеров и сожаление мастеров гвоздя. Увеличит мастерство владения техниками гвоздя, позволяя быстрее концентрировать и применять техники. Вау. Слушай, а мне нужно там это, предметы купить. Да? Или у тебя уже ничего нету? Карта обновлена. Ничего не, главное, не показали. Ну. О, все. Папа сюда. Как проходит твое путешествие, мастер гвоздя? Уверен, со временем ты станешь только сильнее. Если ты снова встретишь моих учеников, передай им, что они всегда в моих мыслях, и что им следует за идею купить что-нибудь у старого учителя в знак уважения. Потом чё? Да, я могу все-таки купить, давайте изящный ключ возьмем. Либо я могу изящный ключ возьму лучше. Главное, интересно, чего он. Так, изящный ключ. Узорчатый ключ с блестящим белым металлом. Так, на нем метка священного святилища душ. Холнеста. Едва заметно святилище в темноте. Так, окей. Поехали. Надеюсь, лифт тут есть. О, отлично. Тогда нам не придется с самого начала начинать ползти в... в подземелье, в перепутье это. Сейчас сразу тогда наверх полетели, да, с вами? Так, отлично. Так, еще дальше, да, нужно? Окей, полетели. Так, теперь я сюда могу забраться. Осмотреть. Идол короля. Вот это уже новый... А, не, у меня уже такой есть. Так, вверх, вверх, вверх. Короче, в самый верх поднимаемся теперь. Так, сохраняюсь на всякий случай. Все равно, даже если так... Блин, я просто не хочу терять эту свою живучесть. Чтоб у меня маска не сломалась. Ага. Класс. Делимся. АЕФ. У меня двойной прыжок уже есть, поэтому я уже все могу делать. И лезть туда, куда я раньше не мог залезть. Так, это у нас, я помню.
Ага, вот так, да, значит? Классно. А тут у нас что было? Почему я не мог пройти? Двойного прыжка у меня не было. Отлично. Воу-воу-воу-воу! Типов лазерной пухи. А! Нихера себе вы мощные. Парнишки, я вам скажу. Лазеры из рук. А, ну у них, видите, атака сбрасывается, когда я их бью. Аж зависло. Аж зависло. Так, здесь тоже просто проход. Бел. Ай-яй-яй. Так, нихера я там куда-то залез уже. Блин, а что за темная пещера, я помню, была? Когда я в этом был. Ай, бля. Ай-яй-яй. Зараза. Накоцал меня. Ого. Это я где? Сейчас босс какой-то будет. Ну ладно, лов. Бледная. Бледная руда. Это же, ребята, бледная руда. К вам погнали сюда. Теперь мне их две. Ауто. Да ну бля! Помолчи. Иди, гуляй. Класс, 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 класс.
Помолчи, Томас, ударю. Заткнись или ударю. Тут тоже был проход? А чё, сюда не пошел? Бля. Каев. А это знаете, что значит? Я впервые потратил все свои души. Именно все-все, которые были у меня накоплены теперь. Хотя их там было мало, поэтому... Я сейчас немного одного не пойму, почему у меня хп было неполное, когда я зашел. Это он жесткий. А, так ты мне, тварь, наносишь по два удара. Ну, по два урона, то есть. И как вы мне это предлагаете делать? Вот это херово, что он по два наносит. Ох. Готово. Ой, а зачем я... Ладно. О, еще осколок маски тут есть, оказывается. Не зря я тут подох. Ладно, плюс души вернул. Какую-то часть. Какую-то часть души вернул, окей. Так, а теперь мне нужно возвращаться на самый верх, да, получается, в бездну туда. А, я тогда просто поверх ушел. Я просто тогда поверху пошел и все. Так, где я начал вздыхать до хера? Здесь? Так, давай, вверх, вверх, вверх.
А где я начал вздыхать так сильно? Я вниз падал, да? Или нет? Где меня так нахер на куски начало разрывать? Какого низа? Так. Тогда у нас вообще пути не было. Полетели. Ха. И все равно, да? Окей, давайте самый низ. Еще ниже. Я просто хочу вспомнить, где я начал умирать. Я умер точно в этой локации. Я умер там в середине где-то. Ну а где? Так ладно. Вниз. Где эти бензопилы? Я тоже хочу с бензопилами подраться. Так, и мне нужно до конечной. Или полететь. Так, и вот здесь, да, нужно мне пройти? Пойдемте. Так, окей. Okay.
Ладно, ждем. Там гусеничка плачет. Там плачет гусеничка. Привет. Так, отлично. Гусеничка спасли. О! Это же шаман. Что произошло? Поглощено. Нисходящаяся тьма. Быстро нажмите А вниз удержите, чтобы затряснуть землю могучим ударом. Понятненько. Делаем таким образом. Эй, блин, там кажется что-то было, да? А уже поздно. Уже поздно. Вау. Прикольно, прикольно. Что сейчас мы делаем? Мы, получается, с вами пик полностью уже исследовали, да? Теперь мы отправляем... Блин, я не знаю, вот как мне... Мне темную мантию нужно получить. Карта обновлена. О, темной стала энергией. Кристальный пик. Нужно еще край королевства пойти. Потом сюда, блин, пойти посмотреть. Может, что-то найду, я не знаю. Вот здесь черная херь. Туда не попасть. Тут черная херь. Сюда не попасть. Тут наверху закрыто. Туда тоже не попасть. Здесь мы уже все обсмотрели. Здесь мы облазили. Здесь у нас ничего. Вот здесь еще есть. Город слез, это последняя печать. Туда мы и так попадем. Край королевства. Тут два места. Туда только таким, да, способом можно попасть. Блин, я не знаю, ребята, потому что туда-сюда уже. Где-то осталось 3 серии, получается. Если, конечно, мы все просмотрим. Еще здесь почему-то так много свободного места. Может, тут тоже какая-то локация. Край королевства. Как мне туда попасть? Бля. Ладно. А, берем жука. Это что у нас? Вокзал короля. Поехали. Вокзал короля. Шире, шире, быстрее. Лазерные мужики, лазерный чувак, блять, огромный, который дамажит. Жестко дамажит, главное. Дынь-дынь-дынь. Ой, точно, нужно будет еще этот сходить. Ту сторону и чтоб нам оружие заточили. Только я не знаю, там же нужно еще деньги, да, будет тратить, получается, мне. Мысли, блять. Алло, блин.
Да, Томас, я тоже в ахере. Городские склады. Бля. Город слез. Только через верх, что ли. И что мне делать? Блин, давайте тогда... А, тут еще вон тоже, видите, есть проходик. Ладно, долина духов, поехали. Землю покоением. Там какой-то есть проход куда-то. Не знаю, будет он открыт, будет он закрыт. Сейчас посмотрим. Одно, что я знаю точно, это то, что туда долго и нудно идти. Ну, мы полетим. Поэтому времени поменьше займет. Так, вниз. И вот здесь есть проход, куда мы не ходили, я замечу. Я тут не был. Глубокое озеро. Слушать. И мы снова встретились, мой маленький друг. Наконец-то я обрел покой именно здесь. Два раза мне довелось узреть этот мир, хотя мое служение лишило меня памяти о первой пребывании в нем. Я благодарен судьбе, что смог вновь насладиться этой красотой. Холнес огромен и прекрасен, но даже среди его чудес и тайн ты самая великая загадка. Ха, и лишь суровое молчание в ответ на мою лесть. Мне это по душе. Мне это весьма по душе. Невероятно. Свидетель. Так, поплыли. Да, здесь мы еще с вами не были. Так, туда можно... Блин, а чё я не заюзал этот? О. Ага. Как же тут спокойно, Я жажду действия, жестокой и смертной битвы, пока мне только скуку набивает. Ой, прикольно. Так, туда тоже есть проход, замечу. Так. Так, отсюда полетели. А, здесь нихера, да? Ага, ладно. Пойдемте сюда тогда посмотрим, что здесь у нас. Ох ты ж. Карта обновлена. Блин, народ, я не знаю вот, на самом деле, куда теперь мне идти, что делать. Глубокое озеро. Можно будет вниз спуститься, посмотреть, что здесь. Ну, давайте я в следующей серии, короче, начну уже с этого места, да, где вот это закрыто. И посмотрим, что там. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.